Вы когда-нибудь видели варанов, свободно разгуливающих по улицам города? Ну так смотрите. Может, вы думаете, он находится в зоопарке? Отнюдь нет. Этот варан живет в дикой природе и приходит в город, чтобы обследовать местный мусорник и найти там что-то съестное. Увидеть наяву такое зрелище можно на Шри-Ланке. Там это обычное явление. Готовится атаковать, видишь, мне кажется? Хвостом. Хвостом готовится атаковать. Хвостом готовится атаковать хвостом. Смотри, сейчас будет хвостом бить. Слушай, он вообще ничего не боится. Да, можно далеко не ходить, не искать их. Ждать просто возле мусорника. Обалдеть, вот это красотень. Ну и красотень в плане животного, а не мусорника. Вот, слева сзади еще один. Вон там.